И на каких телегах? Ты уже знаешь про этих телег. Михаил живет в квартирах Hillside Manor. Это называется возле реки Виламет. Здравствуйте! Здравствуйте! Здесь живете, да? Добрый день! Можно до вас? Доброго дня вам! Добрый день, добрый день! Здоровенький будьте! Да, мы здоровы! Слава Богу! Ты же больше больше! А если бы я получал пенсию, то уже было больше пенсии. Было бы уже 250. Десь 200 с лишним платить было за квартиру. А там они просто сняли собі квартиру. Сняли дом, дом сняли. Да. Если дом сняли, то такие дома, если снимают, то 1000 и 1200 и 700. Мало платят. Но не по государству нам це. Це по государству, ви понимаєте? Вони не по государству, вони часом домі. По программе просто. Да, программа бывает. А где ты работаешь, Петро? Я сейчас не работаю, думаю искать работу. О, долго не работаешь или как? А уже примерно около 2 лет. О. Да. Трудно находить, да? Нет, не потому что трудно находить, потому что не искал. А. Я так работал, как сказать, на миссионерской ниве, ездил на Украину, Россию, Эстонию, Германию, Австралию. О, значит, церковь содержали? А нет, за свой счет. За свой счет? Да, вот это что, пришлось заработать за 8 лет работы на одном предприятии, где работал. Вот эти все деньги. Это ты приезжал туда, в Украину? Да. Да. Но мне рассказывали, я не смог встретиться с тобой, мне рассказывали, что был, приезжал. Приезжал, я в Лугине был, в Великому лісі був. Да, и в Великом лісі. Дедушки заезжал. А, тобі дедушка, мені дядька. Да. Вот и батьку твоему дядьку, Антон, мне рассказывали. Вот. Ты уже опять своей. Ну, расскажите нам, как у вас здесь жизнь в Америке. Не можем без интервью. Интервью. Надо какой? Что, слава Богу. Ну, хочет продать, знаешь. Ну, чтобы рассказали про свою жизнь. Скучаете за Украиной или нет? Мне это трудно зрозуміти, я живусь в Америке. Треба приехать и побачить. Им надо приехать, да. Важко зрозуміти. Английский. Английский. Хороший. Ой, я блюдочки вообще не дала. Ой, я извиняюсь. Это треба есть пасхалы. Квал у нас из облюдочка сходит. Это хорошее. Я на руках держал. Да? Я по приютиру себя вот так. Вышел свою. Так я его дуже уважаю. Він такий спокійний. А я вже тут на руках тримав де гріях. Де ти знайшли його? Аж у Каліфорнії їздили. Там. А в Каліфорнії де були? А там родичі. Я приводжу. Я хочу передати привіт усім своїм родичам. І Віговським, і Ходаковським. Тому що родня велика наша. Що там іще? Всім передавайте Лугини, Анні, Олі, там Лігри всі. От передавайте поперед. Передавайте вже вдома. Толіку Женєва, Толя передає. Пам'ятаєш? Да. От вона мене трохи знищить. Спасибо, чорно. Так, мало. Ну, то перенесі там Ємеляновки, то всім передавайте. Всім привіт.
Де буде, що такого, де буде, знаєш, за нас розказує, як ми живемо, і як це. Ми не сильно живемо, щоб таке, як другі живуть, багато, ми не багато живемо, тому що ми пенсіонери, я не працював здесь, я проболів, от 10 років прожив вже, вже 11 років йде. Поки так усе у нас. Вот, живем, дальше не знаем, как дальше будем. Дядько Антон. Хорошо. А не, ты хочешь сказать слово? Дядько Антону, мабуть. Вот, да. Дядько Антону надо тоже, чтобы передали вот это. Вот, теперь это брату Миші вот эту фасту там, и его дітям, и родственникам всем там это тоже передавайте. Вот. Всім передавайте. Вот. А Петро, ты хочешь тоже передать? Да, я. Наверное, Саша. Тих родичів, яких батько мій знає, то я всіх не знаю. На тих наших близьких, хто на Емелянки особливо. Емелянка дуже знакома. А чайки, а потім будеш. Передаю всім привіт, якщо попадеться касета, відео на ті края. Да. Всім привіт передаю також. Всі, хто нас знає, кому ще можемо передати церквях, там, де нас дуже хорошо знають. Всім передаємо християнський привіт. Пусть Бог благословить їх і укріпить, щоб вони в той цілі, які направились, і ті пусть йдуть і не зміняють цієї цілі. Хорошо. Бог всім благословить. Спасибо. Ніна. Ну що? Ну так. Живем, слава Богу, всего хватает, вот, пока ничего. Привет передаю всем, пусть Бог благословит, вот, и церквям, и нашей церкви, чтобы жили мирно, самое лучшее с Господом, чтобы, вот, где Господь, там и мир, там и любовь, там и все. Да. Спасибо, Маша. А то я сын. Ты каждый день ты. Окей. Ну, сыновья, то, конечно. Да. Ну и хорошо. Дякую, дякую. Я видела мне Винникова, этого Петя, как привез там Колин, как строится, как все. О, вы выдали, как у них? Тоже видео делают там. А он же... А я когда ездил на Украину. О, снимал. Ты видео снимал все? Да, да, да. Показывал. Не все снимал, только... Только это важный вид, ну, да. Только самое Сашины, да. И да, это хорошо на видео видно. Нравится мне там вообще того. Я бы желала поехать так, если была возможность. Да. Хоть немножко. Ну, а я, когда в 92-м році вы відъезжали, мы тогда как раз с братами надъехали. Я не вірив, що ми встрінемось. Так. Слава Богу. Все з Господом можна. А я коли уїжджав в 96-му году, то я Анатолій сказав, ну, на следующий раз ми встретимося в Америці. Так. Да. О, вера. Слава Богу. І встретились, наконец. Истина вера. Да, это да. Верно будет вам. Совершилось. Ну, да, Господь дарував еще. Да. Хорошо, дякую. Вот тепер Анатолій. Алло. С Новым роком. Як ви там зустрічаєте? Чи вже порозходились? Як? Уже півпершої майже скоро. Хто там у вас є? А Ігоря ніхто нема? Hey, also look at these pictures. You got these.
Oh, Kathy wants him to go with you. Watch this one. This was at our Christmas party at our house. Paul brought his accordion. Okay. Can you put the camera down for a minute? Give me the parking. Oh, yeah. I should have brought my mother-in-law. She plays 12 instruments. Really? Yeah. She plays 12.